Вот, снова рыбный суп. Я его много раз показывала на видео. Все работает. Ничего никуда не делось. Но я думаю, нету туристов, которые... О, там он! Которые в такой обстановке будут кушать. Хотя, на мой взгляд, это самый вкусный рыбный суп, какой я вообще ела в Нячанге. Это, считайте, на углу улицы Ерсина и Чан Ван Он. Вот-вот находится вот такое вот. Амон, амон. Вот, все приносит. Вот мне одной вот столько всего принесли. Вот это вот рыбный суп. Вот едят люди вот так на улице на супчиков. И не зря они сюда приезжают покушать, потому что здесь очень вкусно. Вот такая вот уличная еда. Абсолютно безопасная. Абсолютно проверенная годами. Камон. Вот, мне в свое время вьетнамцы это место показали. Ну, в общем, я, наверное, буду есть. Иначе я слюной зайду. Я действительно голодная, есть хочу. А здесь и рыба, и перепелиные яйца. И вот икра рыбы. И лимончик, и чили, и багет. В общем, жизнь удалась. Надо поесть.